Добрый день, меня зовут Санников Иван, я директор компании «Бизнес-системы». В этом видео мы расскажем о том, какие задачи Bittrex24 решает для наших клиентов. Я директор компании «Торговый дом Рущий», город Красноярск. Меня зовут Греков Алексей Сергеевич, директор уже, наверное, 14 лет. Возглавляю организацию. Штат у нас уже, наверное, порядка более 40 человек. Занимаемся именно оптовыми поставками систем безопасности, включая охранные системы пожарные, видеонаблюдение, контроль доступа, но и все же сопутствующее, что требуется для обеспечения безопасности в регионах, там, в городах и так далее. Клиент обратился к нам с достаточно стандартной просьбой: ребят, приедьте, покажите, что Bittrex24 вообще умеет. Как он может быть еще нам полезен? Мы вот им пользуемся, там, чатами, задачами. А расскажите, как еще можно работать в Bittrex24? До этого мы работали в чате, у нас был свой чат. Через программу Excel по сети отправлялись заявки. Было неудобно, что если какой-то сбой в программе, сеть не открывает, все теряется. Каждый раз заходишь, ищешь, кому что отвечал, не можешь найти. Сейчас все удобно, все в одном месте. Пользуемся чатами, пользуемся журнал заявок, CRM заходим, бизнес-процессы. Основная работа у нас – бизнес-процессы. Перед нами поставили несколько задач. Одной из этих задач являлось опрозрачить процесс коммуникации между отделом продаж и отделом снабжения, чтобы было видно, что продавцы запрашивают на расчет у снабженцев и что и в какие сроки им отвечает отдел снабжения. Второй задачей было прозрачить работу с клиентами, посмотреть, с какими клиентами ведется работа, с какими клиентами работа не ведется, на каком этапе процесс переговоров, какие коммерческие предложения сейчас выставлены, а какие сейчас находятся на стадии обсуждения и принятия у клиента. И третьей задачей было это внедрение задач. Научить сотрудников, как можно эффективнее коммуницировать между собой, как можно в рамках одной задачи добавлять несколько сотрудников и решать вопросы сильно оперативнее, без постоянных телефонных звонков и электронной переписки в почте. Когда менеджер ставит определенный бизнес-процесс или задачу, то все менеджеры нашего отдела закупок видят эту задачу. И по наименованию номенклатуры мы можем понять, кто будет заниматься этой задачей. И данное ответственное лицо, вот в нашем отделе, скажем, я беру эту задачу в расчет. Узнаю, уточняю на нее стоимость, сроки поставки. В каждом бизнес-процессе или задаче есть специальный чат, с помощью которого мы с менеджером ведем прямую переписку и уточняем те или иные факты. Мы видим весь процесс. От и до. Соответственно, сотрудник отдела продаж видит, на какой стадии находится сделка, обработка по срокам, по стоимости поставки. Эту информацию может предоставить клиент. Для того, чтобы клиента не заставлять там, ждать сколько, там, когда ему ответят в течение 2-3 дней, соответственно, может определить, на какой стадии, может определить даже по позиционной, если заказ составляет несколько позиций. И тем самым как бы клиент, наш клиент, он находится в курсе. Мы, соответственно, получаем обратную связь. Мы, как партнеры, очень часто видим во внедрении Bittrex24 сопротивление сотрудников. Находятся причины, почему мы не будем работать в Bittrex'е. Почему нам удобнее вести это в ежедневнике, почему нам удобнее общаться в Skype либо в WhatsApp'е. И здесь мы каждый раз отдаем должное руководителям компаний, которые внедряют Bittrex24 у себя. Они сами первыми начинают там работу, они ставят задачи, они проверяют исполнение задач Bittrex24, они начинают смотреть продажи не по 1С, а по Bittrex'у. Они начинают сами создавать чаты и общаться там со своими сотрудниками, постепенно вытесняя остальные инструменты. Это очень сильно помогает во внедрении Bittrex24 в работу компании. Надо ставить систему, которая за нас решит некоторые узкие места, то есть мы можем проанализировать в отчетах и увидим, те слабые, может быть, это будут какие-то продавцы либо менеджеры, да, те, которые, можно сказать, не справляются с работой. И с ними, конечно, улучшать это взаимодействие, чтобы они погружались вовнутрь. Почта, там, мессенджеры, всевозможные там, соцсети, да, это все в одном, и оно помогает. Не надо открывать много всяких приложений, оно все в одном. Мне это удобно. И все наши коллеги скажут то же самое. Мне, как партнеру Bittrex24, очень приятно видеть результаты нашей работы. Компания стала быстрее, компания ускорилась, и компания увидела свои узкие места, которые сейчас она реализует. То, что раньше в компании занимало недели, сейчас занимает дни, иногда даже часы, за счет того, что коммуникация стала сильно эффективнее и сильно быстрее. Не просто так 5 миллионов компаний по всему миру выбрали Bittrex24 как инструмент для ежедневной работы.
Мы и другие партнеры Bittrex24 с удовольствием расскажем и покажем вам, как Bittrex24 может решать ваши задачи. Обращайтесь. Bittrex24 — это современно, функционально и, самое главное, надежно.